Всем привет! Сегодня вышел половить плотвичку, красноперку, клейку, что будет, с помощью поплопопера. И вот такой крючочек. Наживка у меня будет опарыш. Поплопопер 3 грамма или 3,1, ну по палке брал. Рыба, в принципе, выходы есть небольшие. Думаю, получится интересно. Вот такой дозатор опарыша. Кстати, очень удобная вещь. В карман положил и все. Возьму одного опарыша. Таким образом поставлю. Сегодня такая погода шикарная. Мы посмотрим, как рыба будет отзываться. Первый заброс сделаем. Мне нравится им ловить, потому что очень хорошо визуально видно. И как бомбарды на проводке можно. Делаю большие паузы, потому что достаточно плохо видно. А с помощью поплопопера рыба в основном, в большей части, видит падение приманки. И на это откликается уже. Там водоросли у нас. Вот. И первое. А нет, не уклейка.
Первая красноперочка. Вся рыба далеко от берега. Только с большими паузами. Только с большими паузами. Опять была поклевочка, и, по-моему, да, рыбка есть. Переклейка. Парыша мы поменяем, потому что такого не особо хочется рыбе. И попробуем сейчас около берега, потому что очень выходы хорошие под берегом, под кустиком, где-нибудь под вот здесь, вот здесь они сейчас. Представьте, поклевка есть. Опять красноперочка под берегом. Маленькая, конечно, но... Тоже приятно. Парыша, наверное, уже надо сменить. Одна поклевка, и уже от него ничего не остается. О,
была поклевка и хорошая, но рыба, я думаю, все равно маленькая. Да, да, это бешеная уклейка, которая тащит. Что можно подумать, карась взял. Пробуем вот туда закинуть. Там как раз водорослей много. Может, что-то интереснее будет сидеть. Все же надо кидать далеко. По крайней мере, пытаться, насколько возможно.